конференция ОРГА, там 19 часов начала должен был быть. Так, вышел из мечети, дошел примерно на Новокузнецкой улице, пересек, когда я пересекал от Толмачевской улицы, Новокузнецкой улицы, и против салон красоты, и там между киоски, есть киоска рядом, и там же между ними так проход, тротуар узкий, и как раз на этом месте я получил удар. Тишина одновременно открытая, одновременно люди всегда там ходят, и всегда там так нельзя сказать, потому что вот безлюдное место. От метро дворами вот как раз мимо этого салона проходит всегда. Я сам всегда так ходил и до этого. Вот. Видел рядом, передо мной как бы кто-то идет, я обратил внимание и почувствовал сильный удар с левой стороны, то есть с правой стороны. Он слева шел, то есть справа шел навстречу, то есть не по ходу движения, а против движения. Почему так случилось, я понять не могу пока. Кто это мог делать, подонок, который пожилому человеку поднял руку, не предупредив, не сказав ничего, в чем я виноват был, что я ему делал. Я вроде никому зло не делал никогда. Замечания, может быть, когда-то делаю, справедливые только замечания делаю, призываю к истинному. Ну, видимо, кому-то это не понравилось, кому-то, может быть, надо было так остановить меня вовремя, чтобы я дальше не шел, дальше ничего не говорил. И, может быть, некоторые думали о том, что я дальше, может быть, не находился там, на этой работе. В это время уже после сильного удара я упал. Через некоторое время, видимо, я хотел встать, в это время подошли двое молодые ребята, что случилось, вам помочь. Помогите встать, во-первых, вторых, смотрите. Сейчас вот прошел человек, мужчина, который ударил меня и упал от удара. Ну и как бы посмотрели где-то назад, туда-сюда, вроде никого подозрительного не заметили. После этого подошли уже другие мужчины, как бы помогли мне взять ее, взяли метро. Вам метро нельзя, надо скорую вызывать, куда вам. Потом я сказал, я из мечети, значит, узнали о том, что да, из мечети. Они немножко проводили в сторону мечети. А потом уже встретили секретаршу там, Руфат Хазрят, как бы они встретили меня. Они вернулись в свою мечеть, вызывали скорой, милицию. Подошла милиция, спрашивали, как, что, чего. И скорая подъехала через определенное время. Спрашивали, смотрели, у меня состояние здоровья. Не очень был так. Измеряли сразу давление, очень низкое давление было уже, сердцебиение очень слабое было. И также забрали больницу, отвезли в Первую Градскую больницу. Там брали кровь, анализы, снимок все делали как бы оперативно. Снимок показал о том, что перелом нижней челюсти правой стороны. Потом уже начали заниматься мне хирурги со мной. Так, после снимка я приехал, потому что сломан нижний челюсть и также поврежден нижний зуб. Решили вытащить, положить так пластинки специально, там шины называете их по-медицинскому. И также положили меня уже на койку где-то в 2 часу ночи. То есть со мной занимались они как бы с
полвосьмого и 17:30, наверное, и до 2 часов ночи. Таким образом я оказался в больнице, лежал в больнице 7 дней, и также после этого выпустили меня домой временной, находиться в домашних условиях, и посещать эту же больницу неделю один раз, обследовать врачом. И также направили одновременно по месту жительства поликлинику, где я должен находиться под наблюдением. Сейчас я нахожусь дома уже. Решили, сказали о том, что осенний режим должен быть. Меньше ходить, меньше говорить. Сейчас я ем только через трубку. В жидкой форме. Сок, бульон, больше ничего. Говорили, силами, если придется так находиться. Не знаю, как будет результат, пока неизвестно. Также следственные органы занимаются сейчас. Но пока ничего не известно. Были с отделением милиции по месту работы. И также отдел по борьбе организованной преступности. Им все было объяснено. Они обещали, будут заниматься, будет сидеть это дело до конца. Может быть, появится возможность обнаружить того человека, который заказал, который сделал, который ударил. Так как это уже заранее, видимо, подготовленные люди. По религиозной линии официальной 89 года я поступил на работу в соборную мечеть московской. Начал работать Риза Хазрат, который являлся первым имамом. Потом уже приехал Рави Хазрат. Я там работал. Потом случилось так, я должен был уходить из соборной мечети. Работал в духовном управлении, там достаточно советником. Однажды как-то вот полтора дня работал от разном мечети Рашида Баязитовича. Потом он переводил меня как бы историческим мечеть, работать с Махмутом Хазратом, там работал также. Одновременно также случился переворот в историческом мечети. Меня назначили также имамом работать. Это было 89-й год, извините, 98-й год. И с 89-го года работаю в историческом мечети в качестве первого имама. Вот, уже здесь почти 12 лет в историческом мечети. Всевышнему с просьбой, чтобы Аллах Субхану ва Тааля облегчил страдания и дал мне силу воли встать на ноги и также, несмотря ни на что, продолжать работать на пути Аллаха, на пути Ислама. А враги, пусть они делают свои дела. Я от этого не боюсь, от удара, от смерти. Сколько суждено жить на земле, я буду жить, трудиться ради Ислама, ради людей, тех, которые хотят истинного. И также желаю всем благополучия, удачи, и пусть поняли те люди, которые делали зло, пусть Аллах сам их накажет на этой земле и на том свете. Больше нечего мне сказать. Слава Аллаху, как говорится, звонят имамы, все позвонили, меня интересуются очень многие-многие люди, которые прихожане, дагестаны, чеченцы звонят, все стараются как бы прийти, но я всех не могу принимать. В больнице также посетили чеченские братья, мусульмане, ингушские, также дагестанцы.
и наши братья мусульмане.